Частушки, танцы, горячая еда и напитки – все это стало частью большого праздника для жителей поселка Любавино. Люди собрались вместе, чтобы проводить зиму. Такого масштаба празднования здесь еще не видели. Праздник организуем не первый раз, я организую уже 6-й праздник. Данное мероприятие самое масштабное, которое мы организуем. Присутствуют, да, жители поселка и их гости, то есть никак мы не ограничиваем. Я в группе в нашей сразу сказал, что приглашайте своих друзей, родственников, приходите, всех будем рады видеть. Это все организовано, да, жителями, жители помогают нам готовить угощения, чай, блинчики, все организовано жителями. Местным жителям предлагалось поучаствовать в конкурсах с подарками от спонсоров праздника, среди которых медиахолдинг ТВК. Кто-то танцевал, кто-то пел частушки, а кому-то и вовсе пришлось вспоминать подробный рецепт блинов по памяти. Ага, отлично. Сегодня у нас здесь праздник, масленица. Вот, празднуем уже не первый год. Вот, всегда собираемся нашим поселком. В этом году вот, нас посетила ТВК. Спонсор наш. Я выиграл в конкурсе роутер. Счастлив, прям доволен. Притом я являюсь абонентом ТВК. Давно уже пользуюсь. В конкурсах принимали участие жители поселка разных возрастов. Однако задор охватывал в первую очередь самых младших участников события. Я выиграл этот сертификат за то, что победил в боях на мешках. В конкурсах еще участвовал сегодня? Да. В каких? Я участвовал в перегонке. На перегонки на мешках. Я был капитаном. Горячий шашлык, травяной чай, заводные танцы и веселая атмосфера мероприятия не давали жителям замерзнуть в этот день. Сожжение чучела решили отменить. Сильный ветер помешал провести ритуал проводов зимы. Но жители поселка не расстроились. Праздник получился действительно радостный и подарил положительные эмоции.